Ну все, тогда можно начинать. Так, у нас сегодня лекция из двух частей. Первая про криптографию, вторая про безопасность мобильных приложений. Правильно ли я поняла, что? Все верно. Мы этого ждем. Мы ждали этого весь семинар. Только для этого и ходили. А я правильно поняла, что про криптографию вам кто-то уже рассказал, как я так из предыдущих лекций как-то. Чтобы, типа, все... Нет? Ну, там, может, в универе какая-нибудь. Ну, ладно, тогда можно. В общем, часть про криптографию, она короткая. Короткая почему? Потому что вам, как разработчикам, надо понимать, какие возможности криптография предоставляет, какие из этих возможностей адекватно применять в каждом конкретном случае, и знать, куда сходить, там, выбрать правильный алгоритм, найти готовую реализацию. Потому что, скорее всего, вам не надо там свои алгоритмы реализовывать, и это правильно, то есть правильно воспользоваться готовыми. А кому хочется узнать про криптографию подробнее человеческим языком, вот очень хороший сайт, можно там полазить. Значит, краткое содержание того, что будет. Нам нужно будет разобраться, какие бывают шифры, какие бывают алгоритмы шифрования, когда они, ну, когда применяются одни, когда другие, почему они разные, что такое хэш-функции, какие есть критерии выбора хороших хэш-функций, что такое подпись сообщений и как реализован SSL, тот самый защищенное соединение, по которому ваши сайты ходят на сервер. Начнем с шифров. Значит, принципиально шифры, ну, кроме всех других классификаций, которые можно придумать, все шифры можно разделить на блочные и потоковые. Знакомые слова? Да? Нет. Нет. Привет. В чем разница? Блочному шифру нужно вычитать кусок данных, блок, для того, чтобы его зашифровать. Потоковые шифры не... Ой, сорян. Не нуждаются в вычитывании большого объема данных, то есть они могут, например, там, читать маленькими кусочками и шифровать в процессе. Ну, понятно, в чем преимущество. То есть если нам нужно зашифровать большой файл, нам не обязательно вычитывать его весь в память. Но блочные шифры, они просто по своему устройству менее требовательны к вычислительным ресурсам, поэтому в зависимости от необходимости и от области применения выбираю тот или другой. Сами алгоритмы шифрования. Ну, вы точно знаете, чем отличается симметричное от симметричного. Симметричное же. Ладно, предположим, нам нужно что-то зашифровать. У нас есть какое-то сообщение, мы хотим его передать по сети, боимся, что в процессе его перехватят, поэтому решили его зашифровать. Но самый очевидный способ, как мы это сделаем, да, мы придумаем какой-то шифр, применим его к нашему сообщению, а получатель сообщения расшифрует его, да, с использованием того же самого шифра. Но если мы не говорим о каких-то там детских способ зашифровать сообщение, типа там поменять буковки алфавита на симметричные, да, первые на последние и так далее, то нам для того, чтобы что-то зашифровать, нужен ключ шифрования. Собственно, симметричные алгоритмы шифрования — это такие, которые для шифрования и для расшифрования сообщения используют один и тот же ключ. Догадайтесь, в чем здесь минус? Ну, ключ, да, надо как-то передать, то есть непонятно, как это сделать. Если его передавать по тому же каналу, по которому мы передаем сообщение, то его перехватят и, соответственно, могут расшифровать все сообщения. Но, тем не менее, симметричное шифрование имеет свое применение. Когда оно применяется? Значит, оно применяется либо тогда, когда есть безопасный способ передать ключ, ну, как это сделать, мы там чуть позже поговорим, либо если ключ можно передать вообще как-то по-другому. Ну, например, я не знаю, отнести на флешке. Плюсы симметричного шифрования в том, что это относительно недорогая операция.
Для того, чтобы решить ту самую проблему с передачей ключа, придумали алгоритмы, которые используют разные ключи для шифрования и расшифрования сообщений. То есть у нас отправитель сообщения шифрует сообщение с помощью одного ключа, он называется обычно приватным, а получатель сообщения расшифровывает с помощью другого ключа. Собственно, пара приватный и публичный ключ, она генерится, это часть алгоритма асимметричного шифрования. Ну, понятно, что они генерятся именно парами. Как только у нас отправитель и получатель сообщения сгенерили свою пару приватного и публичного ключа, они могут обмениваться шифрованными сообщениями, при этом у них нет необходимости передавать непосредственно ключ шифрования по сети. То есть ключ не подвержен, да, так его никто не может при передаче украсть. Какие здесь есть проблемы? Проблема заключается в том, что алгоритмы асимметричного шифрования, они требуют большого количества вычислительных ресурсов. Ну, то есть при всей своей удобности с точки зрения сохранности ключа шифрования, они довольно дорогие. И третий криптографический примитив, который нам нужно узнать, прежде чем мы начнем говорить о всяких реализациях, это хэш-функции. Что значит такое хэш-функция? Ну, то есть хэш-функция, в принципе, это некая необратимая функция, да, которая мапит множество значений в другое множество значений. И обратного преобразования однозначного не существует. Когда мы говорим про криптографические задачки, ну, вы, наверное, знаете хэш-функции, потому что пароли хэшируют, да, вы мне тут в прошлый раз сами рассказывали. Значит, для разного рода криптографических задач не все функции одинаково полезны. Ну, вот, например, в Java, да, есть хэш-код у любого объекта. Это же хэш-функция. Ну, по определению, да. Но это не такая реализация хэш-функции не удовлетворяет требованиям криптографического хэша. Значит, у криптографического хэша есть, чтобы называться криптографической хэш-функцией, функция должна обладать следующими характеристиками. Она должна быть устойчива к коллизиям. То есть, что такое коллизия? Коллизия — это значит, что у меня есть два разных объекта, которые в результате дают один и тот же хэш. Вот в криптографических хэшах вероятность получить такую коллизию должна быть минимальной, при этом эти объекты не должны располагаться рядом, да, в этом множестве. И криптографический хэш должен быть устойчив к разного рода восстановлениям. Что это значит? Это значит, что если у меня есть... Если мне известна пара исходное значение и хэш, то мне должно быть вычислительно сложно подобрать другое такое исходное значение, у которого будет такой же хэш. И одновременно с этим, если у меня есть просто значение хэша, то у меня не должно быть возможности обратного преобразования. Да? Ну, понятно, зачем это нужно на практике. Если мы обратимся снова. А в Java что соблюдается из этих требований? Ну, это зависит от того, как ты хэш-код реализуешь. Ну, если это... даже не знаю, что... Ну, как обычно, там хэш-код у какого-нибудь произвольного объекта, это что там, адрес в памяти, да? И если там хэш-код от строчки, это... Я не помню, что это, по-моему, там, типа сумма всех чаров. Ну да, и получается, что ты довольно просто можешь угадать. Если у тебя есть, например, ты знаешь строку и знаешь значение хэша от нее, ну и знаешь алгоритм, по которому, то ты очень просто можешь найти другую строку, которая будет такой же хэш-код.
Зачем эти требования нужны на практике? Но если, не знаю, к той же задаче хранения паролей обратиться, как это устроено? У меня есть какой-то пароль, на сервере хранится не он, на сервере хранится его хэш. Когда я ввожу пароль, то сервер, тот пароль, который я ввела, хэширует с помощью той же функции, которую он использовал при сохранении паролей, и сравнивает два значения. Если моя функция допускает коллизии, то значит, что кто-то может ввести не мой пароль, получить такой же хэш и злодейница за меня. Да? Вот, в общем, у нас есть, что у нас есть? У нас есть, напомню, симметричное шифрование, да, то есть алгоритмы, в которых мы используем один и тот же ключ для того, чтобы зашифровать и расшифровать. Асимметричное шифрование, там, где у нас есть приватный и публичный ключ, один только для того, чтобы шифровать, другой только для того, чтобы расшифровывать. И есть хэш-функции. Вот из этого всего мы попытаемся собрать решение для разного рода практических задач. Но это здесь не бог с ним. Вот, первая практическая задача, которую мы хотим подписывать сообщение. То есть представьте себе, у нас есть какой-нибудь протокол, который обменивается текстовыми сообщениями по сети. И мы хотим убедиться, что когда мы получаем сообщение, оно совершенно точно не было изменено в процессе передачи. И мы хотим также знать, какой именно из компонентов системы там, или использователь нам это сообщение отправил. Один из способов реализовать это воспользоваться алгоритмами подписи. Как это может быть реализовано? Мы можем взять некую... У нас есть текст, наше сообщение. Мы можем посчитать от него какую-то контрольную сумму, неважно каким образом. Ну, там, как угодно. Эту контрольную сумму сгенерить пару приватный и публичный ключ, да, раздать каждому клиенту свой приватный ключ, публичные ключи всех клиентов положить на сервер. Значит, в тот момент, когда клиент формирует сообщение, он считает от него контрольную сумму, эту контрольную сумму подписывает своим, ну, шифрует своим приватным ключом. В тот момент, когда сервер получает сообщение, он пытается публичным ключом клиента расшифровать эту контрольную сумму. Если у него получается, это значит, что совершенно точно именно этот самый клиент, который является владельцем соответствующего приватного ключа, это сообщение нам отправил. Ну, понятно, да, как аутентификация достигается? Понятно, за счет чего? За счет того, что в алгоритмах асимметричного шифрования мы расшифровать... Ну, то есть у нас есть пара приватный и публичный ключ, и... Если какое-то сообщение было зашифровано приватным ключом, то расшифровать мы его, да. Можно вроде публичным шифруем, а приватным наоборот шифруем. А, неважно, это как бы называется симметричные процессы. То есть неважно, можно так, можно. Ну, как бы у тебя деление на приватные и публичные, но условное. То есть у тебя есть два ключа, ты одним шифруешь, другим расшифровываешь, либо наоборот. Они в обе стороны работают. Расшифровывают публичным, шифруют приватным, если клиент передает серверу, потому что приватный ключ никуда, ну, как бы он должен лежать на клиенте и никуда не деваться. Что я говорила? Я говорила, что то, что у нас пара приватный и публичный ключ, она определена, и значит, факт того, что нам удалось успешно расшифровать сообщение с помощью публичного ключа, означает, что зашифрован был каким-то приватным. И этот факт мы можем использовать для того, чтобы аутентифицировать отправителя сообщения. А то, что у нас контрольная сумма совпала с сообщением, мы можем использовать для контроля того, что сообщение не было изменено при передаче. Собственно, мы получили некий способ подписи сообщений. Та самая электронная цифровая подпись работает примерно так же, кроме того, что там есть еще... процесс проверки подлинности отправителя. Примерно такой же, как это работает в SSL. Вот чуть-чуть. И
Да, просто, ну, не обязательно, то есть, ну, в нашем примере, да, если мы пойдем эффективно, мы можем, например, не знаю, там, ну, короче, против изменения сообщений. Это контроль за вас. Следующее практическое применение всех этих примитивных криптографических – это более надежный и выгодный с точки зрения алгоритмов способ хранения паролей. То есть хранением паролей есть несколько противоречащие друг другу задачи. С одной стороны, мы хотим хранить пароли в базе так, чтобы их нельзя было восстановить, правильно? То есть в случае, если у нас наша база куда-то утекает, мы не хотим, чтобы пароли были установлены до их исходного значения. Поэтому их не шифруют, а хэшируют. Применяют там таким образом с одной стороны. С другой стороны, каждая процедура проверки паролей, она получается, ну, в нормальной ситуации, да, не в той ситуации, когда у нас база утекла, а в той ситуации, когда просто пользователь логинится, она требует некоторых вычислительных ресурсов. Получается, что нам нужно, наша функция хранения паролей должна быть, с одной стороны, достаточно сложная и требовать большого количества ресурсов от атакующего, если они захотят восстанавливать, ну, хэшированные там или зашифрованные значения пароля до исходных значений, с одной стороны, с другой стороны, процедура проверки пароля, то есть процедура хэширования или шифрования, не должна требовать от нас такого количества мощности, иначе мы, ну, как бы потратим много вычислительных ресурсов просто на нормальное функционирование. И, честно говоря, я не знаю историю, кому там впервые пришло это в голову, но в какой-то момент для нужд хранения паролей стали использовать не хэш-функции соли, как мы с вами недавно говорили, а стали использовать то, что называется key-derivation function. Это некоторая инверсия того, как мы себе представляем криптографию. То есть тот самый пароль, который пользователь вводит в системе, он выступал не в качестве зашифрованного значения, а на его основе генерился ключ шифрования. И с помощью этого самого сгенеренного, да, derived, ключа шифрования зашифровывается какое-то значение, которое хранится в базе. И когда пользователь вводит пароль, то система проверяет, может ли этот пароль быть использован для того, чтобы расшифровать то самое значение, сохраненное в базе. Если может, значит, ну, как бы проверка прошла успешно. Собственно, такое решение, да. Нет, у нас пароль не ключ, у нас ключ, ну, это, значит, общая концепция такова, что пароль используется, на основе пароля генерится ключ шифрования. Алгоритм того, как этот ключ шифрования генерится, он определяется алгоритмом, да. И там тоже есть нечто типа соли, то есть там добавляются какие-то случайные значения к этому самому паролю, чтобы эти ключи были более разнообразные. Что там шифруется, я, честно говоря, не помню. Возможно, тоже какая-то соль. Возможно, там тоже значение. Я не знаю, не помню. Собственно, то, что сейчас считается индустриальным стандартом для хранения паролей, это вот этот вот PBKDF2 с трудновыговариваемым названием и BCrypt. BCrypt вы наверняка слышали. Ну вот, если взять что-нибудь там типа фреймворк по умолчанию, там, сделайте свое приложение за 5 минут, то он наверняка будет в BCrypt шифровать пароли. Вот это все алгоритмы из этого семейства. Как я уже сказала, их преимущество в том, что они требуют значительно больше ресурсов от атакующего в случае, если атакующему в руки попадет ваша база с зашифрованными паролями, и при этом выгоднее системе в вычислительном смысле.
И последнее, что нам надо собрать из этих наших криптографических алгоритмов, это SSL. Знаете, как это работает? Когда вы там HTTPS Google Chrome браузер набираете, что там происходит? Да, там есть, ну, собственно, как мы уже выясняли, у нас этот самый HTTPS, там SSL, защищенное соединение, оно решает две задачи. Оно решает задачу аутентификации и решает задачу защиты данных при передаче. Первая задача — задача аутентификации. То есть наш браузер должен убедиться, что сервер, к которому он обращается, это именно тот самый сервер, который он ожидает увидеть. То есть если я пишу в адресной строке браузера google.com, то я хотела бы, чтобы мой запрос получил именно Google, а не какой-то там сайт, который злоумышленники пытаются мне подсунуть. Как это работает? Работает это, вы правильно сказали, благодаря процедуре проверки сертификатов. Сертификаты вы видели, ну, замочек видели же, да, в адресной строке. И иногда видите сломанный, там, зачеркнутый или какой-нибудь там открытый замочек красный, и вам говорят, что типа сертификат не может быть проверен, что-нибудь такое. Как это устроено, в общем, в таком самом первом приближении? У каждого сервера есть некоторый сертификат. Сертификат — это пара публичный и приватный ключ, который выдан для доменного имени. Выдача сертификатов занимается специально авторизованные организации, да, Certified Authorities, которые выписывают эти самые сертификаты. В тот момент, когда наш браузер или любой другой клиент, я не знаю, там мобильное приложение, какой-нибудь там десктопный клиент, что угодно, делает запрос и пытается проверить сертификат сервером, что он делает? Он скачивает с сервера сертификат. Сертификат — это нечто типа там очень похоже на ту самую там бетонную подпись, которую мы читаем. То есть это некоторые данные, подписанные приватным ключом сервера. На клиенте лежат то, что называется рутовые сертификаты. Это сертификаты тех самых организации, которые уполномочены выдавать сертификат другим доменам. Вы, наверное, если когда-нибудь, не знаю, там, лазили в настройки безопасности своего компа, то вы список, или даже телефона, то вы список этих сертификатов видели. Например, если взять, у кого-нибудь есть там телефон на андроиде, там в настройках есть настройки безопасности, посмотреть все сертификаты. Там будет помимо всяких VeriSign, Docomo, я уж не помню, что там еще кто выписывает сертификаты для серверов, там будут еще всякие разные правительственные организации, правоохранительные органы и прочее. Зачем это надо? Это надо для того, чтобы они могли прослушивать наш трафик, подменять запросы, подписанные настоящим сервером, на свои. Благодаря чему это работает? Работает это благодаря тому, что в процессе проверки сертификата сервера клиент проверяет на самом деле не один сертификат, а цепочку. То есть клиент проверяет, что сертификат сервера подписан одним из тех сертификатов, которые у него хранятся как рутовые, да, которые лежат на самом клиенте. Либо эта цепочка может быть длиннее, чем два. Наверное, у меня тут есть слайдик. Это может быть цепочка длиннее, чем из двух звеньев состоящая. Но в итоге, так или иначе, наша подпись должна вести к одному из рутовых сертификатов. Если это условие выполнено, то сервер признается настоящим.
Ну, это значит, что где-то там, на том сервере, к которому мы обратились, лежит приватный ключ, который был выдан доверенной организации. Выдан именно для того домена, к которому мы обращаемся. Если эта процедура прошла успешно, то есть сервер прошел проверку, то дальше происходит то, что называется рукопожатие, в процессе которого, помните, я уже говорила, что асимметричное шифрование, оно вычислительно дорогое. А мы же хотим быстро данные по FTP передавать и не тратить много времени на шифрование и расшифрование. Поэтому непосредственно внутри вот этого нашего защищенного протокола SSL, там алгоритм асимметричного шифрования, но у нас есть проблема, мы еще не установили, да, мы пока еще передаем данные по открытому каналу. Нам нужно каким-то образом договориться о том, как мы эти данные будем шифровать. Соответственно, в процессе вот этого рукопожатия клиент с сервером должен договориться о ключе шифрования, который они потом будут вместе использовать для того, чтобы зашифровывать и расшифровывать сообщение. При этом задача такая, что сам ключ в полном виде не должен передаваться. И алгоритмы обеспечивают то, что в процессе клиент-серверного взаимодействия по сети передается только часть ключа, но при этом и клиент и сервер могут у себя, каждый на своей стороне, сформировать полный ключ. Это обеспечивает то, что, с одной стороны, дальше в процессе передачи данных мы можем использовать симметричный алгоритм шифрования, который дешевый. И с другой стороны, мы не передаем полный ключ шифрования по сети, то есть мы его не компрометируем. Вот, как только процесс рукопожатия закончен, у нас получается уже на клиенте, на сервере есть полный ключ шифрования. Этот ключ шифрования живет только в рамках одного коннекшена. И дальше мы просто симметричным алгоритмом на клиенте зашифровываем, на сервере расшифровываем эти сообщения. Вроде все просто. Вроде бы понятно? Так. Ну, то есть еще раз, SSL позволяет нам решить сразу две задачи. Он позволяет нам аутентифицировать сервер и позволяет защитить данные при передаче. Есть некоторое расширение SSL, называется Mutual SSL. Вот ко всему, что я сказала, добавляется еще аутентификация клиента. То есть при взаимной SSL аутентификации у нас не только клиент подтверждает подлинность сервера, но и сервер подтверждает подлинность клиента. Абсолютно по такому же сценарию. Используется это, как правило, при межсерверном взаимодействии. Если у нас есть какой-то API, то мы можем просто вместо того, чтобы реализовывать какие-то свои алгоритмы аутентификации для удаленных сервисов, мы можем разложить на клиенты сертификаты, и сервер будет просто проверять валидность сертификата перед тем, как выполнять запрос. Ну, про цепочку доверия я уже сказала. Вот, это вкратце все про криптографию. Я повторюсь, что правило номер один для всех разработчиков: не надо никогда пытаться реализовать свои алгоритмы шифрования и вообще любые криптографические алгоритмы по разным причинам. Во-первых, потому что, скорее всего, то, что вам надо, уже реализовано. Во-вторых, велика вероятность того, что вы в процессе реализации допустите какие-то ошибки, которые в библиотечных функциях уже исправлены или никогда не были допущены. Поэтому правильно всегда использовать стандартные реализации. Вот, теперь приступим к самому интересному, к мобильным приложениям. У вас был курс про Android, правильно? Да. Поэтому вы что-то знаете. И я уже вам что-то рассказывала про безопасность, вы тоже вроде как должны что-то понимать. Это ссылочки, значит, всем заинтересованным в вопросе безопасности мобильных приложений и желающим почитать что-нибудь еще, но поскольку эта тема такая глобальная, да, большая, и за там час или полтора или два сложно все охватить, куда надо идти? Однозначный
Пункт номер один — это AWASP Mobile Security Testing Guide и Mobile Security Verification Standard. Помните, я рассказывала, AWASP — это такой де-факто стандарт open-source для безопасности приложений. Это расшифровывается как Open Web Application Security Project, большая организация. Она публикует, топ-10 рисков для веб-приложений и для API, про которые мы уже говорили, публикует топ-10 рисков безопасности для мобильных приложений, о которых мы сегодня только поговорим, и публикует еще кучу разных всяких гайдов для желающих найти уязвимости в своих продуктах или писать код так, чтобы в нем уязвимости не было. И вот гайд именно про Mobile Application Security, он очень такой полный и четкий. Его можно использовать прямо уже как готовый тест-план для проверки своего проекта. Я рекомендую вам туда заглянуть. И для Android и для iPhone производители платформ опубликовали такой тоже подробный гайд по тому, как устроена модель безопасности самых платформ и разные best practices для разработчиков, которым следует следовать. Ну, соответственно, то, для чего вы пишете, тоже неплохо было бы прочитать. Ну и начнем. Это картинка, собственно, от Гугла про то, как выглядит Android Security модель. Ну, то есть модель безопасности платформы Android. Картинка 2015 года, но капитально там мало что могло поменяться. Что мы видим на этой картинке? Значит, как Android как платформа обеспечивает безопасность приложений, которые в нем выполняются? Каждое приложение выполняется в своем процессе. Ну, то есть оно изолировано от соседних приложений. Приложение предоставляется сандбокс, в котором оно выполняется. Ну, то есть данные приложения изолированы друг от друга. Процессы изолированы друг от друга средствами операционной системы. Также приложения предоставляют возможности, криптографические возможности, в том числе хардварное шифрование. И Android предоставляет некоторые механизмы межпроцессного взаимодействия, на которые тоже накладывает ограничения для обеспечение безопасности этого самого взаимодействия. Вот, а теперь вы, поскольку вы Android знаете, то расскажите мне, какие, может быть, вы помните, какие методы межпроцессного взаимодействия в Android есть. То есть как два приложения могут быть в Android есть. Еще. Как Android контролирует, вообще контролирует ли как-то это взаимодействие? Если у меня приложение А хочет передать какие-то данные приложению Б, как Android определяет, что именно приложение Б их получит? Но мы сейчас iOS чуть позже, Android. Ну, в общем, в Android есть механизм пермиссии, да. То есть каждое приложение запрашивает разрешение на что-то, и каждое действие требует, ну, для каждого действия определена пермиссия, которую необходимо иметь приложению, чтобы это действие совершать. И перед выполнением этого действия платформа проверяет, запрошено ли у приложения такой пермиссии. Есть же такое, да? И второй механизм основанный на подписи приложений. Про подпись вы знаете, да? Приложения на Android подписывают теми самыми вот алгоритмами, про которые мы только что говорили. При этом, если два приложения подписаны одним и тем же сертификатом, то
то они получают чуть больше свободы во взаимодействии друг с другом, они могут получать доступ к данным друг друга, в отличие от посторонних, да, приложений, никак не связанных друг с другом. Соответственно, вот две модели. Две модели безопасности Android, одна permission-based, другая key-based. На основе пермиссии, которую приложение запрашивало, и на основе ключа, которым подписано приложение. iOS, к сожалению, в перевернутом виде вам, наверное, не очень хорошо видно, но в целом глобально как бы, примерно такие же возможности предоставляет. Вернее, такие же фичи безопасности предоставляет приложениям, которые в нем выполняются. То есть каждое приложение выполняется в собственном процессе. У него есть некоторое приватное хранилище, которым оно может воспользоваться. Для всех приложений доступно хранилище секретов, которые используют хардварное шифрование для повышения надежности хранения этих самых секретов, и операционная система обеспечивает изоляцию процессов при выполнении. Кернел, ядро операционной системы. Вы имеете в виду хардварное шифрование? Данные, которые хранятся на устройстве, они зашифрованы на основе в том числе данных, которые зашиты в специальный чип, особо безопасный на этом устройстве, для того, чтобы при попытке прочитать данные с устройства их нельзя было расшифровать. Ну, то есть это обеспечивает невозможность расшифровать данные, например, там, на потерянном, залоченном телефоне. Android предоставляет ровно такие же преимущества, то есть возможности хардварного шифрования, они в Android сейчас тоже есть. Ну, нужно, это все довольно сложно реализовано в смысле хардвера, но как бы, Цель понятна и простая. Цель не дать возможность расшифровать данные с диска устройства при физическом доступе к этому устройству. Ну, то есть, когда мы, например, в чем проблема с мобильными устройствами? Проблема заключается в том, что все, что хранится на этом устройстве, можно зашифровать с помощью только того, что тоже хранится на этом устройстве. То есть у нас нет никакого там удаленного сервера безопасного. Мы должны все, что нам нужно для того, чтобы расшифровать эти данные, если мы хотим их на устройстве же использовать, все ключи шифрования тоже где-то там на этом устройстве сохранить. И это значит, что если мы не примем, ну, то есть если у нас не будет каких-то специально изобретенных мер, то при, ну, не знаю, там, вы теряете телефон, или вы шпион, и там, разведка противной стороны крадет ваш телефон и клонирует его, все данные, которые на телефоне хранятся, можно расшифровать. Для того, чтобы не допустить этого, применяются, собственно, вот методы хардварного шифрования. Но это не очень относится к вопросу безопасности приложения, то есть это возможности, которые предоставляет платформа, а разработчику ничего специального для этого не надо делать, кроме как следовать правилам, которые платформа предписывает. То есть если платформа говорит, что для того, чтобы получить все бенефиты хардварного шифрования, сохраните свои пароли вот сюда, то вам надо сохранить их именно сюда, куда сказала платформа, а там не на SD-карточку. И все. Ну, то есть как бы, разработчику не требуется дополнительных усилий для того, чтобы
пользоваться этими фичами. Вот, собственно, ну, мы поняли, да, примерно, за, там, за исключением уже мелких деталей, в целом и Android, и iOS примерно одинаковые возможности безопасности предоставляют своим приложениям. И мы видим, что на самом деле это очень похоже на и на то, что на модель безопасности, которая у нас есть в браузере, то есть в браузере у нас тоже есть сэндбокс, там каждая вкладка выполняет в процессе линии, YouTube и так далее. Ну, то есть в целом мы получаем примерно такую же модель безопасности приложений, соответственно, примерно такие же ошибки, которые в приложении можно сделать. И, ну, и примерно такие же правила и хорошей практики, которую надо применять. Но за исключением отдельных особых случаев, о которых я явно скажу. Но в целом правила и требования безопасности в общем виде сформулированные, о которых мы говорили, они все применимы. Тем не менее, не лишним заглянуть будет в Application Security Verification Standard, о котором я уже говорила. Он формулирует некоторый набор требований к приложению, соблюдение которых обеспечит приложение безопасность. Эти требования сформулированы максимально обще, таким образом, чтобы не фокусироваться на каждой платформе в отдельности. При этом, если когда-то вам вдруг потребуется, не знаю, там, проводить аудит, тестировать безопасность в конкретном приложении, то тот же самый Avast публикует тестинг-гайд, который уже отличается для Android и для iPhone, и описывает в подробностях всякие тулы, которые надо использовать для тестирования, там, как проводить код-ревью, на что обращать внимание и так далее. Но нам бы хотелось поговорить все-таки про какие-то общие требования. Если посмотреть на топ-10 рисков мобильных, которые вообще бывают, Женя так не все ушла, конечно. То он выглядит как-то так. Помните, когда мы говорили про уязвимости веб-приложения, там тоже был топ-10 рисков. И помнит его кто-нибудь еще? Там всякие XSS были, инъекции какие-то, там сломанная аутентификация в целом. Вот. На самом деле, если мы посмотрим, то, ну, не все, конечно, и здесь, понятно, есть мобильная специфика, но некоторые отклики, такие общие какие-то вещи, прослеживаются. То есть, несмотря на платформу и технологии, которые приложение реализует, так или иначе оно должно реализовать механизм аутентификации, авторизации и контроля доступа. Так или иначе, ему требуются данные хранить и передавать, и, соответственно, нужно обеспечить безопасность этих данных при хранении, при передаче. Так или иначе, нам нужно каким-то образом взаимодействовать с операционной системой, в которой работает наше приложение. Вот. И как бы нам это все правильно сделать, когда речь идет про мобилки. Ну, я буду говорить про Android, потому что про Android хорошо знаете вы, про Android хорошо знаю я. А в iOS все немножко... Ну, по идее, там требования такие же, а как это должно быть реализовано в смысле написания кода, это вот идите в Avast, Testing Guide и всякие там чек-листы для iPhone, и там все подробно описано. Значит, первая специфичная часть для мобильных приложений — это вопрос хранения данных. А нет, это вопрос взаимодействия, извините, с платформой. И вопрос общей архитектуры приложений. Значит, если я пишу мобильное приложение, и задумалась о вопросе обеспечения безопасности, первое, что мне нужно сделать, на самом деле, как и с веб-приложениями, мы с вами об этом говорили, мне нужно понимать классификацию данных, которыми мое приложение оперирует. Ну, если я этого не понимаю, тогда мне непонятно, что защищать. Соответственно, после того, как все данные, которыми приложение оперирует, это
пароли, приватные данные пользователя, всякие публичные данные, какие-нибудь там системные логи, которые можно вообще не защищать, например. Ну, к примеру. А мне нужно для каждой категории данных определить требования безопасности, которые, которые выдвигаются для этой категории. Понятно, что для разных категорий они будут разные. То есть как нам хранить и передавать пароли и номера банковских карточек немножко отличается от того, как нам передавать какие-нибудь стэк-трейсы и сообщения об ошибках. После того, как это у меня есть, мне нужно подумать о том, какой интерфейс мое приложение предоставляет платформе и другим приложениям на этом же устройстве. Помните, вы сказали, что у нас есть разные компоненты, которые приложение может использовать для взаимодействия с другими приложениями. Но если мы говорим про Android, то это провайдеры контента, это сервисы, да, это activity, которые могут быть публично доступны и так далее. Здесь важно понимать, какие именно из компонентов моего приложения доступны извне, и каким образом доступ к ним ограничен. То есть должно быть явно определено, какие активности, какие контент-провайдеры доступны только моему приложению, какие доступны всем остальным, какие пермиссии требуются для доступа к каждому конкретному, ну или не требуются. Желательно, к сожалению, Android во всех этих вопросах имеет значение по умолчанию. То есть всегда, когда вы определяете новый сервис, новый контент-провайдер, новый activity, она будет доступна для всех или доступна только для вашего приложения в зависимости от каких-то там неочевидных с первого взгляда условий. Но желательно всегда это прописывать в явном виде для того, чтобы не создавать иллюзию защищенности и не плодить почву для будущих проблем, которые сложно отыскать. Также помните, в приложениях у нас там было такое требование номер один. Никогда не доверяйте данным с клиента. Собственно, в вопросе мобильных приложений все то же самое. Ничему, что происходит на мобильном клиенте, доверять нельзя. То есть все важные решения с точки зрения бизнес-логики должны приниматься на сервере. То есть, несмотря на то, что приложение сложное, оно может реализовывать любую бизнес-логику, какую вы хотите, нельзя доверять тем решениям, которые оно принимает. То есть, если ваша бизнес-логика требует какого-то определенного порядка транзакций, либо требует проверки каких-то данных перед их использованием, то это все должно происходить на стороне сервера. Ну, понятно почему, потому что ничто не мешает имитировать ваше приложение в диалоге с сервером. И таким образом, если сервер не повторяет все те же самые процессы бизнес-логики, которые вы реализовали в своем мобильном приложении, то можно эту бизнес-логику каким-то образом изменять. И однозначно ваше приложение должно позволять поддерживать возможность апдейта. Связано это с тем, что неизбежно в приложении рано или поздно найдутся какие-то ошибки или уязвимости, и было бы неплохо иметь возможность форсированно его проапдейтить. Но, как правило, если пользоваться стандартными механизмами, то такую возможность для вас реализует платформа. То есть приложение, которое установлено через Store, всегда можно проапдейтить. Но приложение может каким-то образом само загружать код, например, дополнительно с сервера, либо, не знаю, там, позволяет устанавливать что-то дополнительно. В общем, если оно выходит за рамки стандартного каких-то там стандартного установщика и общепринятых реализаций доставки кода на устройство, то оно должно точно так же поддержать возможность обновления этого кода, в том числе форсированное обновление на случай обнаружения и исправления каких-то критичных уязвимостей. Это то, что касается каких-то таких общеархитектурных принципов для мобильных приложений. После того, как мы уже определились с тем, какой у нас есть интерфейс, как мы взаимодействуем с платформой, с окружающими сервисами, какие у нас есть данные, нам нужно еще несколько проблем решить.
Во-первых, нам надо понять, где мы наши данные храним. А как я уже сказала, в мобильных устройствах есть некоторая проблема с тем, что все, что хранится на мобильных устройствах, на мобильном устройстве, оно, в общем-то, все доступно злоумышленнику в тех или иных сценариях. Поэтому надежно зашифровать там что-то не всегда представляется возможным. Какие вообще у приложения есть способы сохранить куда-то данные, кроме очевидно? Ну, то есть у нашего приложения есть его собственная приватная директория, да, которая доступна только ему. Есть Credential Store, который нам предоставляет платформы для хранения там, особо секретных данных, типа там, логинов и паролей от этих сервисов. И где мы еще, ну, на сайте написано, но вы мне все-таки, может, расскажете, где еще вдруг наши данные могут внезапно оказаться? У Android, да. Shared preferences к чему относится? Shared preferences у Android здесь к чему относится? Ну, это настройки, которые лежат в приватной папочке. Ну, то есть Shared Preference приложения, они доступны только самому приложению. То есть там можно что-нибудь сохранить такое. Sensitive. Сейчас речь даже идет не про то, куда приложение сознательно что-то сохраняет, а где, в принципе, могут оказаться данные нашего приложения. Но сознательно мы можем сохранять еще в общедоступное хранилище, ну, там, на SD-карточку, например. И во всякие публичные хранилища, ну, там, в галереи, не знаю, в телефонную книжку, в какие-то еще сервисы, которые нам телефон предоставляет. Но также у нас есть системные логи, которые тоже всем доступны, куда мы можем что-то писать, и может внезапно оказаться, что мы туда пишем секреты. У нас есть кэши, в том числе кэшевью, куда попадают все запросы, ответы, кэш-клавиатуры, в которой может внезапно оказаться пользовательский ввод и так далее. И файлы, которые мы создаем даже в своей директории, мы можем создавать с отличными от дефолтных правами доступа, в том числе мы можем создавать файлы, которые доступны всем. Хранить приватные данные, там, данные пользователя, какие-то секреты, можно только в этой директории, которую нам выделила операционная система, либо в специальном хранилище секретов. Во всех остальных местах секреты попадать не должны. То есть в отличие, например, от серверной части нашего приложения, куда мы можем в логе писать что угодно, ну, за исключением, мобильное приложение должно очень щепетильно относиться к тому, что попадает в логи, потому что они могут быть доступны и другим приложениям тоже. Также наши данные могут случайным образом быть переданы каким-то там третьим сервисом. Ну, характерный пример, например, это разные сервисы, которые собирают данные об ошибках, там, о падениях приложений, статистику. Нежелательно, чтобы туда попадали данные пользователя. Вот, соответственно, после того, как у нас есть, мы же на предыдущем шаге, помните, определились в классификации данных, мы теперь можем каждый пункт из этой классификации соотнести с теми требованиями безопасности, которые мы к нему выдвигаем, и понять, где именно в нашем приложении мы можем хранить наши данные. И третья специфика мобильных приложений заключается в использовании криптографических алгоритмов. Ну, во-первых, в отличие от браузера, мобильное приложение само реализует безопасное соединение с сервером. Конечно, платформа ему предоставляет стандартную реализацию, эту библиотечную, да, но приложение вольно ее использовать или не использовать. И часто уязвимостью является то, что разработчики
модифицирует стандартную реализацию для того, чтобы, например, игнорировать проверку сертификатов при установке соединения. Ну, это, например, требуется, например, при тестировании, так удобнее, а потом про это просто забывают. Соответственно, если приложение реализует собственную обработку SSL, то оно должно следовать определенным правилам безопасности, не должно отключать проверку сертификатов, не должно допускать установку небезопасного соединения и так далее. То есть, с одной стороны, в этом мобильное приложение находится в такой проигрышной позиции по отношению к браузеру, потому что браузер все делает за вас. То есть в вебе вам вообще не надо про это беспокоиться. С одной стороны. С другой стороны, из-за того, что приложение на мобильном устройстве может сохранить в зависимости от сайта, который браузер открывается, то приложению доступна более надежная и безопасная реализация SSL, чем в среднем вебе. То есть мы можем вместо того, чтобы полагаться на механизм проверки, помните, я рассказывала, у нас есть механизм проверки подлинности сервера, когда клиент перед тем, как установить соединение, проверяет сертификат, чтобы убедиться, что он делает запрос именно к тому серверу, которому он ожидает. Вот весь этот процесс проверки сертификата сервера можно поменять на проверку сертификата сервера по цепочке, да, через цепочки доверия до рутового сертификата. Можно поменять на просто проверку на то, что сертификат сервера чему-то там соответствует. То есть можно взять хэш от сертификата сервера, сохранить его в свое приложение и проверять непосредственно хэш этого сертификата. Такая штука называется сертификат пиннинг. Например, на всех андроидах ее Google реализует. Ну, то есть вот гугловые сертификаты, они проверяются именно так. А зачем это надо? Надо это для того, чтобы даже если у вас на устройство каким-то образом попал чужой рутовый сертификат, ну то есть если предположить гипотетически, что каким-то я злоумышленник, и я смогла положить свой рутовый сертификат на ваше устройство, это значит, что дальше я могу прослушивать весь ваш трафик и его менять, потому что я могу сама выписывать сертификаты для любого домена и таким образом переподписывать все запросы. А вот сертификат пиннинг от такой угрозы избавляет. И второй вопрос с шифрованием на мобильных устройствах, это где же нам, как мы вообще мы можем использовать, можем ли мы вообще, если можем, то как, использовать алгоритмы симметричного шифрования на устройстве. То есть, предположим, мы хотим что-то зашифровать симметричным алгоритмом, но непонятно, где нам хранить ключ. То есть если мы хотим эти же данные использовать потом на клиенте еще раз, то нам их нужно потом как-то расшифровать, и это значит, что нам ключ нужно положить рядом с зашифрованными данными. И это как-то глупо, согласитесь, потому что тогда весь смысл шифрования сходит на нет. Что приводит нас к единственному логичному выводу, что симметричное шифрование в мобильных устройствах использовать нельзя. Ну, оно не имеет смысла, поскольку нет возможности надежно сохранить ключ. И вторым следствием из этого является то, что нельзя также использовать симметричное шифрование при передаче секретов с клиента на сервер, поскольку мы не можем надежно передать и сохранить на клиенте этот самый ключ. И то есть та самая типичная реализация, когда мы захардкодим ключ шифрования, и в надежде на то, что у нас приложение обфусцировано, никто не может этот ключ расшифровать, и будем им шифровать, она не работает. Это такая распространенная ошибка, ее допускать нельзя. И вообще никакие секреты захардкожены не должны быть. Там ни пароли, ни ключи шифрования, ни какие-нибудь там токены, потому что любая обфускация, там любой способ запутать код и не дать злоумышленнику как это отреверсить, да, там восстановить бинарники до исходного кода, она не идеальна. В любом случае, ее можно каким-то образом победить. Вот, про такие общие какие-то принципы
глобальные в мобильных приложениях все, и дальше у нас остаются уже конкретные уязвимости, о которых хочется поговорить. Я предлагаю перерыв на 10 минут. Да, и продолжим. Женя, перерыв. Перерыв.
Раз, раз. После того, как мы разобрались в целом, что нужно мобильному приложению такого особенного для того, чтобы оставаться безопасным, нам осталось пройти по этому самому списку
из топа 10 рисков для мобильных приложений, чтобы понять, что они себя представляют, и как нам надо писать код, чтобы не допустить таких уязвимостей. Женя будет кликать, а я буду рассказывать. Кликай в M1. Значит, этот список составлен в 2016 году. Более поздней статистики нет, но поскольку занимает некоторое время, чтобы посчитать статистику по уязвимости мобильных приложений. Но, в принципе, я думаю, что не сильно что-то поменялось. И номер один по степени распространенности уязвимости в мобильных приложениях занимают уязвимости, связанные с неверным использованием возможности платформы и небезопасным взаимодействием с компонентами платформы. Если мы говорим про Android, то это все, что связано с теми самыми контент-провайдерами, сервисами, бродкастами и прочим, тем, как приложение реагирует на внешние бродкасты, как оно использует какие-то внешние сервисы, и тем, какие свои компоненты оно предоставляет другим приложениям. Значит, для Android, что здесь может пойти не так? Ну, концептуально можно разделить все проблемы на две части. Первое — это использование каких-то данных, которые нам либо платформа, либо другие приложения на этом же устройстве передают. И второе — это предоставление собственных данных наружу. Значит, что касается первой части. Как мы тут уже выяснили, у нас есть наши компоненты, там бродкаст-ресиверы, интенты, сервисы, которые могут реагировать на какие-то внешние события. Как они это делают в Android? Ну, если я хочу... Отправляется другой ресивер, что-то чекает. Ну, к примеру, вот пример, я сделала свой какой-нибудь фоторедактор, и я хочу, чтобы, не знаю, там другие приложения могли редактировать свои фотки в моем редакторе, как это реализуется в Андроиде. Не, ну да, я его в Play Market загрузила, счастливые 100 миллионов пользователей его скачали, а как им дальше свои фотки-то редактировать? Ну, есть интенты, да? Да, и как? Есть галерея, доступ к галерее. Есть интенты, есть интент-фильтр, да, который я могу декларировать, и если какое-то другое приложение создает интент, который матчится с моим интент-фильтром, тогда будет вызван мой код. Ну, если есть несколько возможностей, тогда... Значит, как это работает в Android? У Android есть какой-то интент, который ему нужно обработать, и есть список приложений, которые декларируют интент-фильтры, которые матчатся с этим интентом. Дальше есть еще система приоритетов этих приложений, по которым выбирается одно или другое. Если есть какое-то более приоритетное, то выбирается оно по умолчанию. Если есть несколько приложений с равным приоритетом, тогда право выбора предоставляется пользователю. Что здесь может пойти не так? Есть такая возможность в платформе. Какие могут быть уязвимости, о чем нам нужно подумать в нашем приложении? Если мы предоставляем какие-то возможности наружу, ждем данные от внешних компонентов. Значит, во-первых, нам нужно четко понимать, какие из наших компонентов, там, какие из активностей, не знаю, там, какие из ресиверов действительно должны быть доступны снаружи, а какие не должны. То есть всегда, когда мы декларируем интент-фильтр, по умолчанию Android делает этот компонент доступным для всех. Это не всегда именно то, что мы хотели. То есть нам для каждого, там, для каждой активности, для каждого ресивера нам нужно понимать, точно ли это публично доступный компонент, или это что-то, что мы хотим использовать только внутри собственного приложения. А для
То есть здесь понятно, если он не предназначен для публичного использования, значит, мы его просто делаем недоступным, ставим ему флажочек «exported false», и он остается как бы внутри нашего приложения только для внутреннего использования. А все, что доступно снаружи, не может строить никаких предположений о том, какие данные оно получит от внешних приложений. Соответственно, все данные, которые получены в интентах, они все должны трактоваться так же, как веб-приложение трактует данные из параметров реквеста, то есть они могут быть применены как угодно. И все они должны быть проверены перед использованием. Вы понимаете, да, почему? Нет? Потому что если мы ждем от какого-то внешнего приложения данные в интенте, то у нас нет никакой гарантии, что эти данные будут соответствовать тому контракту, который мы вроде как с кем-то заключили. Мы точно так же можем получить интент и от какого-то вредоносного приложения, которое попытается использовать наши возможности в своих корыстных вредоносных целях. Ну, то есть, если мы, например, в общем, любые данные, которые мы получили в качестве параметров интента, не могут быть использованы по умолчанию без проверки, да, мы не можем им доверять. В зависимости от того, какие-то данные, в каком контексте мы их используем, мы их должны соответствующим образом проверять. Если это, я не знаю, там, путь к файлу, который мы сохраняем, значит, мы должны убедиться, что мы его сохраним в то место, в которое наше приложение изначально планировало файлы сохранять, а не мы получили какой-нибудь там, не знаю, абсолютный путь до файла и сохраним его в другую директорию или там SD-карточку. Если это, я не знаю, там какая-то строка, которую мы потом будем использовать для того, чтобы составить. Ты что, спросить хотел? Да. Давай. Ну, здесь давай про пермиссии будет следующий там через отбой, и я вспомню про твой вопрос и на него отвечу сейчас, просто чтобы не сбивать. К примеру, у нас есть какая-нибудь активность, которую мы вызываем из внешнего приложения. Она получает, не знаю, там название фотки. Это название поставляет в SQL-запрос, и этот SQL-запрос выполняет. Но если получается, что у нас потенциально есть классический случай SQL-инъекции, да, то есть, ну, это абсолютный аналог реквеста в веб-приложении. То есть все, что мы получили в интенте, мы ничему из этого доверять не можем. Если это компонент, который доступен снаружи, то есть если это компонент, который доступен только изнутри, тогда как бы все нормально. То есть тогда данные ему можем передавать только мы сами, и все надежно. И зеркальным отражением этой проблемы является другая проблема. Если мы сами создаем какой-то интент и не указываем явно класс, который будет его обрабатывать, то потенциально может так получиться, что наш интент будет перехвачен каким-то другим приложением. Ну, по той же самой причине, да, потому что если класс не указан, то есть когда я создаю интент для того, чтобы Android мог его сматчить с тем, что будет его обрабатывать, я могу указать какие-то поля, я могу указать там action, тип данных, да, и класс activity, который его обрабатывает. Это все опциональные параметры. Если указан класс, то там однозначно, да, то есть у Android нет выбора, он будет вызван именно там, именно та активность, которую мы планировали. А если класс не указан, то мы не можем делать никакие предположения о том, какая активность будет вызвана. И это значит, что если мы создаем интент и в него добавляем какие-то данные, которые являются секретами по своей природе, то мы, получается, разглашаем секретные данные. Ну, то есть, предположим, у нас, я не знаю, есть соцсеть,
соцсеть слушает какие-нибудь там события от сервера о том, что мне пришло новое сообщение. Когда мне пришло новое сообщение, оно это сообщение читает, вычитывает себе в память, дальше создает интент, в параметр интента записывает текст сообщения имя отправителя и открывает какой-нибудь там диалогик с тем, чтобы это сообщение мне показать. А вот если явно, в явном виде не указан класс активности с этим диалогом, то вполне может так оказаться, что какое-то другое вредоносное приложение декларирует ровно такой же интент-фильтр и слушает, получается, мои сообщения. А какой мы из этого должны сделать вывод? Как нам сделать наше приложение? Ну да, то есть в методах межпроцессно, ну то есть все вот эти вот создания интентов, да, вызовы чужих каких-то там бродкастов или активностей, не знаю, обращения к чужим сервисам, это все в общем, в целом, оно примерно одинаковым правилам безопасности в Андроиде подчиняется. Это все называется межпроцессное взаимодействие, то есть то, что позволяет двум приложениям обмениваться между собой данными. Вот любые, любые акты межпроцессного взаимодействия, значит, если наше приложение передает в них какие-то чувствительные данные, значит, должен быть реализован механизм фактически аутентификации получателя. То есть для таких вызовов либо должны быть определенные пермиссии, которые должны... Ну, то есть как можно поступить? Можно явно в виде указать класс, который будет обрабатывать наш интент. Ну, тогда мы точно говорим Андроиду, что именно эта activity будет вызвана. Либо мы можем, например, требовать, чтобы у приложения, которое этот интент будет обрабатывать, был какой-то permission. Лё? То есть если мы декларируем какие-то свои пермиссии и требуем от приложения получателя эти пермиссии запрашивать, тогда таким образом получается, что мы тоже накладываем некоторые ограничения, да, на это межпроцессное взаимодействие и не позволяем третисторонним приложениям, неавторизованным, получать доступ к нашим данным. Ну и обратная ситуация, если мы от кого-то данные получаем, то мы и при этом отправитель этих данных нам неизвестен, то есть может оказаться любым, то мы по определению этим данным не можем доверять. Ну, причем мы им не можем доверять во всех контекстах, да, и в смысле каких-то там вот технических уязвимостях, там мы не можем непосредственно искать запросы, из них создавать, нужно экранировать, или не можем там использовать их в составлении пути к файлам без специального экранирования и так далее. Так и в каких-то решениях, связанных с бизнес-логикой, мы тоже не можем доверять. То есть если мы от кого-то получаем, не знаю, там... Но представьте, что у вас есть платежное приложение, и вы такой, типа, свой какой-нибудь там Google Pay сделали. И этому приложению говорят, что... типа вот сейчас нужно оплатить товар, и в качестве параметров передают ему, там, не знаю, название товара, какой-нибудь артикул, количество и цену. И вы просто берете и с нужного счета списываете переданную цену за нужное количество товара. Вот так вот делать нельзя, потому что может оказаться, что какое-то вредоносное приложение в попытке там обмануть ваше передает вам количество товара и цену, не соотносящиеся друг с другом. То есть вы пытаетесь купить, там, не знаю, 10 лимузинов за 1 рубль. В общем, никакие решения на основе данных от других приложений без однозначно определенного источника принимать нельзя. Это абсолютно согласуется с тем, что мы видели в приложении. То есть все, что потенциально может быть изменено пользователем или атакующим, все требует дополнительной проверки или подтверждения. Итого, правила безопасного написания кода приложениях на андроиде в смысле всех уязвимостей с использованием
разного рода межпроцессного взаимодействия. Зовите меня. Нет, что нужно ну вот у вас есть, вот вы пишете код, или вы уже написали код и хотите проверить, что он правильный, что-то надо проверить. Зайти во ВАСП. В смысле зайти во ВАСП и посмотреть, что надо проверить, не отвечать мне сейчас на вопрос. Ну, то есть, на самом деле, надо начать с Android-манифеста и с того места, где мы декларируем всякие ресиверы, и проверить, какие из них публичные, да, а какие нет. И для тех, которые публичные, проверить, что мы туда не передаем что-нибудь секретное. Это номер раз. А номер два, наоборот, нам нужно найти все места, где мы обрабатываем какие-то сигналы извне, и убедиться, что мы данные, которые мы получаем от внешних приложений, мы не излишнее доверие им не выдаем, да, то есть мы их предварительно проверяем. Вот это все, два простых правила. Все, что касается безопасного использования системных компонент. Теперь можешь, пожалуйста, нажать назад? И на M2. Вот вторые по степени распространенности проблемы связаны с небезопасным хранением данных на устройстве. Но мы здесь уже вроде разобрались довольно подробно, где мы что храним и куда нам что нельзя хранить. Я просто вкратце повторю. Значит, у каждого приложения есть приватная директория. Платформа обеспечивает, что внутри этой директории, да, внутри песочницы, доступ к данным есть только у нас. Соответственно, там можно хранить, ну, с известными допущениями любые секретные данные. Доступ к этим данным можно, кроме нашего приложения, доступ к этим данным можно получить только в двух случаях. В первом случае, если пользователь сам себе злой Буратино и у него рутованный телефон, то есть тогда какое-то приложение, которое выполняется с привилегиями рута, вы не развлекаетесь, можно установить какую-нибудь кастомную прошивку на телефон, ну, либо там еще какими-то хитростями воспользоваться, непредусмотренными производителями, получить возможность выполнять процессы от привилегированного пользователя. Ну и тогда, как в любой Linux-системе, все, что выполняется от имени рута, оно там по умолчанию имеет доступ к чужим данным. Вот. Либо если я теряю телефон, и кто-то получает просто физический доступ к устройству, копирует диск, тогда данные в приватной директории можно прочитать. Ну и третий, самый невероятный случай, если у нас есть какие-то уязвимости, да, в приложении. Ну, то есть с известной долей допущения можно считать, что данные, которые мы храним в приватной директории приложения, в той директории, которую, для которой Android, ну, там, или iOS то же самое гарантирует, что данные в ней изолированы от других процессов. А мы можем хранить секреты. Во всяких файлах на внешних хранилищах, в общих хранилищах данных, в логах, в кэшах и так далее секреты хранить нельзя. Вот. Тем не менее, поскольку некоторая вероятность того, что данные в приватной папке нашего приложения все-таки могут быть прочитаны, да, в каких-то там экстремальных случаях, например, если у нас есть другая уязвимость, то суперсекретные данные на мобильном устройстве лучше не хранить вообще. Например, пароль в плейнтексте или номер кредитной карточки. Вот. Это все, что надо знать про то, как хранить данные безопасно. Как это выглядит
как это выглядит в коде. То есть что нужно проверять в коде, чтобы убедиться, что, что в приложении нет уязвимостей. Ну, то есть во всех местах, где вы что-то сохраняете, вам нужно убедиться, что вы сохраняете это в приватную папку приложения, ну, либо там в какие-то там базы данных, которые по умолчанию сохраняются в приватную папку приложения. Вам нужно убедиться, что файлы, которые вы создаете, вы не создаете с флажочком Word Readable, да, чтобы другие не могли их прочитать. Ну, в общем, по большому счету, и все. И также проревьювить весь код там на предмет записи в логе и в какие-нибудь там сервисы статистики, третисторонние пользовательских данных. Все вроде просто. Да? Да. Идти дальше. Тоже назад и М3. Вот, а теперь мы дошли до небезопасной передачи данных, и сюда же попадает в том числе всякие уязвимости, связанные с небезопасным обменом данных между разными компонентами системы. И тут, в общем-то, ну, сюда примерно можно прикрутить проблему с пермиссиями. Ну, то есть она самая логичная, это сюда. Зачем? Ну, мы обсуждали уже вкратце, расскажите мне, чтобы как-то оживить обстановку. Зачем нужны пермиссии? Какую цель они достигают? Зачем Android придумал эту концепцию? Ну, не файлом функциональности, да, при этом ну, есть какие-то системные пермиссии, которые действительно предоставляют доступ к системным функциям разным, там, к телефону, к интернету, к смс, к чему угодно. Но приложения могут декларировать свои для того, чтобы каким-то образом реализовать контроль доступа к тем своим интерфейсам, которые они выставляют наружу. Ну, то есть, к примеру, я не знаю, там, я написала свою соцсеть, и я, например, я не знаю, там, предоставляю, в принципе, хочу предоставлять всем приложениям доступ к списку контактов, там, к списку моих друзей в соцсети, но при этом я не хочу, чтобы эта возможность была у всех приложений по умолчанию. Я могу в манифесте определить свой permission, который требовать от всех остальных приложений, прежде чем они получат доступ к моим данным. Знакома вам такая концепция? Пермишенов нет? Ну, пермишены также декларируются в манифесте, как какие-то другие компоненты приложения. И дальше можно вот эти собственные кастомные пермишены, которые задекларированы, запрашивать точно так же, как система. Это позволяет как-то более структурированно отнестись к обмену данными между сервисами в телефоне. И в чем здесь заключается проблема? Проблема заключается в том, что любое приложение по умолчанию может запрашивать какие-то разрешения. При этом пользователи склонны эти разрешения приложению выдавать, особо не вдаваясь в подробности. Но, как вы сказали, там какой-нибудь калькулятор, который просит доступ в интернет, к телефону, там еще почему-то. В принципе, если мое приложение запросило прав больше, чем ему надо, вроде бы, казалось бы, ничего такого страшного не случается. Но до тех пор, пока в моем приложении не находятся какие-то новые уязвимости. То есть, если предположить, что в моем приложении есть ранее мне неизвестная уязвимость, которая позволяет, например, сделать произвольный системный вызов, то возможность атакующего ограничена тем набором пермиссий, которые приложение запросило. Соответственно, если я запросила пермиссий больше, чем мне надо, то я, получается, расширяю возможности атакующего. То есть здесь действует тот же самый принцип наименьшей привилегии, который у нас действовал и в других типах приложений. То есть ну,
мы как разработчики приложения заинтересованы запрашивать только тот минимальный набор привилегий, который нам нужен для того, чтобы приложение функционировало. Таким образом, мы снижаем возможный ущерб от каких-то атак, о которых мы сейчас не знаем. Почему же так получается, что какие-то очень вроде бы простые приложения просят много привилегий, но это связано с тем, как устроена система, то есть как разграничены вот эти вот всякие системные доступы, какие пермиссии требуются для чего в Андроиде. Там, к сожалению, для того, чтобы получить, не знаю, там просто статус подключен телефон к интернету, например, или не подключен, то нужно там запросить, по-моему, там доступ к телефонии или что-то такое. Ну, плюс все приложения рекламу показывают, раз они показывают рекламу, значит, им нужен доступ в интернет. Или те приложения, которые, к примеру, если вы аутентифицируетесь, вводите номер телефона, вам присылают смс-ку. Для того, чтобы приложение могло эту смс-ку автоматически перехватить и за вас эти 4 циферки подставить, или 6, оно попросит доступ ко всем смс-кам, и получается, что всю жизнь будет иметь доступ к вашей переписке. То есть здесь несколько вот этот принцип наименьших привилегий нарушается в угоду, даже не знаю, легкой жизни разработчика и непродуманности дизайна. Но с этим ничего не сделаешь. Но главной опасностью остается то, что пользователи выдают привилегии, особо не задумываясь. То есть вот эту кнопочку «Разрешить» нажимают, не оценивая необходимость каждого конкретного доступа. Соответственно, какое здесь правило? Какой best practice? Что мы должны сделать в нашем приложении, чтобы избежать этих уязвимостей? В собственном приложении мы должны, во-первых, запрашивать только те permissions, которые нам нужны реально для функционирования приложения, да, для выполнения всей этой логики, которую мы запланировали, с одной стороны. С другой стороны, если у нас есть какие-то возможности, которые мы предоставляем вовне, то мы можем обдумать для себя необходимость требования тоже каких-то специальных разрешений, специальных премиссий для доступа к этим возможностям. Это не всегда требуется. Ну, например, там редактору фотографии не нужно требовать никаких премиссий для того, чтобы пользователи могли его использовать. Но если мы предоставляем какие-то данные пользователя, там персональные данные, не знаю, что-то, что может потенциально предоставлять интерес для злоумышленников, то правилом хорошего тона является декларировать свои пермиссии. Не, ну рабочку фотку. Не обязательно, это зависит от того, как это реализовано. То есть, может быть, ваше приложение читает фотку и передает ее просто как картинку обработчику фотографии, он ее редактирует, а как картинку передает назад. Тогда ему доступ к фоткам не нужен. А в смысле, как это, когда в браузере загружается? Ну, у вас есть камера стандартная, она сделала картинку, у нее эта картинка есть просто, не знаю, как битмап. И она может отдать ее какому-нибудь редактору, который этот битмап отредактирует, ему совершенно не нужно иметь доступ в галерею, ну, к всем хранимым на устройстве фотографии. Но это детали реализации, то есть зависит от того, что делает приложение. Если оно хочет само сохранять в галерею новые отредактированные фотки, либо само читать из галереи, тогда ему нужен этот доступ. А если оно просто берет картинку, ну, картинку просто как набор байт, и что-то с ней делает, зачем ему доступ к галерее? А можно, пожалуйста, просить тебя назад и следующий пункт? Возможно такое, что в приложении есть какие-то, ну, пермиссии, но он не спрашивал у меня разрешения, чтобы я нажал «да», я согласен, да? На доступ к смс-кам, к галереи. Ну, по идее, сам телефон же не должен. Там с какой-то версии Андроида нет, но я не помню, с какой именно. Ну, то есть, когда-то там в стародавние времена приложение запрашивало пермиссии в манифесте. И в этот список пермиссий, который запрошен, видели только в приустановке приложения. То есть, устанавливали приложение, у вас была такая простыня с пермиссиями, которые оно требует. Вы молча соглашались, и эти разрешения у приложения были по умолчанию.
Сейчас на каждый, вот, на все эти запрошенные пермиссии, они все равно должны подтверждаться пользователем. Ну, то есть, и даже если приложение запрашивает доступ к контактам, я могу сказать нет. И это вроде штатная ситуация. То есть есть возможность отзывать пермиссии. Но в какой версии Android это произошло, я не помню. Довольно давно. Если сейчас телефоны, в которых стоит более ранняя версия, я не знаю, честно говоря. А ты назад не нажала еще? Или уже нажала? Нет, подожди. Четвертая, да, insecure authentication. Значит, четвертая проблема является все проблемы, связанные с аутентификацией. Они принципиально... Вот здесь принципиально ничего не отличается от проблем с аутентификацией, которые мы с вами решали уже в веб-приложениях. Нашему клиенту как-то нужно аутентифицировать пользователя на сервере. Обычно у сервер выдает приложение в обмен на пароль нечто похожее на идентификатор сессии, какой-нибудь токен, который дальше используется для аутентификации каждого серверного вызова. И единственная проблема, которая стоит перед приложением, куда бы ему этот токен сохранить. Ну, мы уже выяснили, куда ему сохранить. Ему надо сохранить этот токен в приватную папку приложения. В связи со спецификой мобильных приложений, вот эти токены сессии, которые мобильным приложением выдаются, они, как правило, живут значительно дольше, чем сессии на вебе. Ну, то есть сессия в браузере, которая у вас в куках, она живет типичное время жизни сессии — полчаса. Токен, который дается мобильному приложению, как правило, живет, ну, если не вечно, то там много месяцев. Ну, поскольку пользователь ожидает, что ему не придется перелогиниваться каждый там день заново. Это несколько добавляет рисков того, что токен будет украден, утерян, и кто-то сможет захватить доступ к аккаунту пользователя. Но это компромисс, да, между удобством и безопасностью, на который нужно пойти. Также платформа вам предоставляет некоторые дополнительные механизмы аутентификации, которые можно использовать в приложении, а именно всякие там хардварные датчики, там Face ID, отпечатки пальцев и прочую ерунду. Но они предоставляются платформой, есть стандартные API, которые можно использовать для того, чтобы получать эти события, да, то, что там я разблокировала телефон, например, по отпечатку пальцев. И для каждого из этих API есть правила использования. И все, что нужно делать, это нужно читать best practices каждой технологии, да, и их соблюдать. То есть не пытаться перехватить там какие-то системные ивенты, типа там пользователь поднес палец к сканеру, а пользоваться теми практиками, которые разработчики платформы вам предоставляют. Также существуют некоторые аналоги. Помните, я рассказывала, когда мы говорили про аутентификацию в приложениях, я рассказывала про WebAuthn. Это способ аутентифицировать пользователя без пароля по какому-то вот внешнему хардварному устройству, в том числе по там отпечатку пальца в телефоне. Естественно, в телефоне, в Android и в iOS есть аналогичные API, то есть вы можете реализовать то же самое. Можно делать беспарольный. Можно ассоциировать пользователя с неким токеном, который выдается по факту аутентификации пользователя через Face ID или через сканер отпечатка пальцев, и таким образом реализовать беспарольный вход. И того, что мы должны отсюда вынести как разработчики. У нас есть механизм аутентификации на сервере, который, в принципе, ничем не отличается от такого же механизма в веб-приложениях. В обмен на пароль пользователя нам выдадут сессию или некий токен, который нам нужно будет сохранить на устройстве и использовать при каждом вызове к серверу. Пароль нам сохранять нельзя.
И для того, чтобы сделать жизнь пользователя более безопасной, то есть это, скорее всего, не способ сделать аккаунт более... Вернее, не более безопасный, а более удобный. Это не способ сделать аккаунт более защищенным, это просто способ облегчить жизнь пользователя. Мы можем воспользоваться стандартными API-ми, которые нам предоставляет платформа, и реализовать вход через отпечатки пальцев, Face ID, либо любые другие методы аутентификации, которые, может быть, когда-нибудь еще появятся на устройстве. С аутентификацией все просто. Можно дальше. В смысле назад и M6, наверное. А нет, M5. Все, что касается использования криптографии в мобильном приложении, платформа сделает за вас, если вы не будете ей мешать. То есть, если не делать ничего специально, тогда у вас вроде бы все хорошо. То есть, всякие там SSL и прочие защищенные соединения, например, через WebSocket устанавливаются автоматически. При этом и Android, и iPhone за вас проверят сертификаты, убедятся, что они валидные, разорвут соединение, если нет, и так далее. И то же самое касается стандартных защищенных провайдеров. Если вы храните какие-нибудь особо секретные данные, типа паролей, в отведенном для этого месте, тогда их за вас шифруют надежно, и вам не нужно об этом беспокоиться. Но вот если вы решили реализовать какое-то свое шифрование, либо если вы переопределяете стандартные обработчики SSL-соединений и пытаетесь там какой-то свой код добавить, тогда здесь могут крыться уязвимости. Какие два типа уязвимости здесь можно создать себе в приложении? Ну, во-первых, можно неадекватно выбрать алгоритм шифрования, то есть даже если мы точно знаем, как нам нужно это реализовывать, мы должны выбрать именно такой алгоритм шифрования, который адекватен, сопоставим с нашими целями. С той самой классификацией данных, которую мы придумали, какие-то требования к безопасности всех данных, которые нам выдвинуты. Выбор конкретного алгоритма шифрования и длины ключа, который для него требуется, он зависит от обстоятельств. Во-первых, разные данные требуют разного подхода. Во-вторых, эти требования меняются со временем, то есть меняются вычислительные мощности, компьютер становится быстрее. Соответственно, требования, например, к сложности алгоритмов или там, к длине ключей тоже меняются. То есть если мы реализуем собственную криптографию, то нам нужно вернуться к шагу 1, с которого мы начали классификацию данных, и понять, какие же требования к хранению или к передаче этих данных предъявляются, и как нам эти требования выполнить с помощью нашей криптографии. Это раз. Второе. Если вдруг у нас возникла необходимость хранить секреты, которые мы используем для того, чтобы сформировать ключи шифрования на устройстве, то нам нужно делать это правильно. Как это делать неправильно? Неправильно их хранить рядом с шифрованными данными, неправильно их хардкодить прямо в код приложения. И третье, все, что касается установки безопасных соединений, нам нельзя игнорить проверку сертификатов и нельзя игнорировать какие-то ошибки, которые нам платформа возвращает в момент установки. Кража кода. Но здесь, скорее всего, имеется в виду. Нет, здесь имеется в виду, наверное, недостаточно. Есть же еще процесс обфускации. То есть вы можете свои исходные код. Обфускация — это знакомое слово? Нет. У нас есть Java. Java компилируется в некий там байт-код, но Dalvik, да, код.
существует обратное преобразование, да, то есть мы по из байт-кода можем восстановить исходный код с определенной точностью, ну, полностью фактически там. Поскольку исходный код приложения может составлять интерес для злоумышленников с разными целями, да, то есть это может быть просто какие-то алгоритмы, которые представляют из себя коммерческую тайну, мы хотим их сохранить в секрете. А может быть, это сам код по себе никакого секрета не представляет, но злоумышленник может воспользоваться знанием исходного кода для того, чтобы искать уязвимости, то есть просто получить больше данных о системе. Поэтому мы хотим предпринимать какие-то шаги, чтобы усложнить злоумышленнику процесс восстановления скомпилированной программы обратно в исходники. Это касается не только Android, там, не только Java. Процесс декомпиляции, он как бы, ну, для всех языков в определенном, ну, в том или ином виде, в определенной степени существует. И для всего существует обфускация. Обфускация — это процесс запутывания кода так, чтобы он для операционной системы, для процессора, который его исполняет, он выглядит абсолютно так же, но для человека он становится нечитабельным, да, и непригодным для восстановления. Вы, может быть, видели когда-нибудь минифицированный JavaScript, там, где все переменные типа заменяют на однобуквенные, чтобы... Ну, это делается для того, чтобы он меньше места занимал, но это вот такой самый примитивный и наивный способ опускаться. То есть взять, удалить все переносы строк, все пробелы, поменять название всех переменных на какой-нибудь там просто букву алфавита подряд, и человеку будет уже очень сложно разобраться в том, что этот код из себя представляет. Но это, конечно, не честная опускация, потому что честная опускация — это именно запутывание. Оно использует разного рода преобразования над кодом, которые являются односторонними, да, то есть они не допускают обратного преобразования, таким образом усложняя процесс обратной инженерии, не давая злоумышленнику реверсить код до такого состояния исходников, который можно прочитать. Но вот здесь, видимо, имелось в виду именно это, под кражей кода. Ну да, скорее всего, учитывая, что там следующая строчка — это кража интеллектуальной собственности. Но если мы отвлечемся от проблем обфускации, которые... Ну, то есть для какого-то там среднестатистического гражданского приложения, не знаю, для социальной сети, там, для мессенджера, для магазина, задача обфускации только усложнить злоумышленнику жизнь, да, не дать так просто найти уязвимости в своем коде. То есть, в принципе, нет никакого... Ну, какую там коммерческую тайну... Может, какой-нибудь интернет-магазин защищать в мобильном приложении, у него там хитрые алгоритмы будут. А поэтому, наверное, опускаться — это такой частный случай, не очень нам интересный. А нам интересно безопасное хранение, дальше передача данных именно пользователя в нашем приложении. И если мы зачем-то, непонятно зачем, решили вмешаться в реализацию криптографических алгоритмов и функциональности, на них основанные, которые нам представляет платформа, то вот нам нужно помнить о том, что нам нужно где-то хранить ключи шифрования, которые мы используем. Нам нужно адекватно выбирать алгоритмы, которые мы используем. И если речь идет о использовании безопасных соединений, то нам нужно соблюдать всю последовательность шагов, которые используются при установке этих соединений. То есть проверять валидные сертификаты, проверять, что сертификат не отозван, не игнорить всякие ошибки и прерывать соединение, если ошибки все-таки возникли. Но лучше всего, самый надежный способ — это воспользоваться стандартными средствами, которые предоставляет платформа, и дать возможность уже Андроиду самому беспокоиться о шифровании, о защищенном соединении и так далее. Вот. На этом все, да, дальше. В смысле назад. Нет, ниже M7. M7? Мы 6 не открывали. А не открывали, тогда 6. А там на таблице есть переход. Да? Правда. Что ж вы раньше не сказали?
контроль доступа. Но здесь вообще ничем не отличается от веб-приложений. То есть все вызовы, которые... Все вызовы, которые у нас есть внутри системы и от клиента к серверу, они все должны быть объектом контроля доступа, то есть мы должны везде реализовать авторизацию и определить правила доступа для каждого типа вызовов. В чем здесь есть момент, который не очевиден и который сложно тестировать. Если у нас есть какие-то действия, которые правильно совершать за несколько шагов, ну, то есть у нас логика нашего приложения предусмотрена, что какое-то действие состоит из нескольких этапов, то получается, что очередность выполнения этих шагов у нас заведует мобильное приложение. Правильно? Ну, представьте себе форму там в несколько шагов заполняемую. Если выполнение этого действия за несколько шагов превращается в несколько вызовов к серверу, то порядок этих вызовов к серверу, получается, никто не гарантирует. То есть наше мобильное приложение, конечно, будет работать как задумано, но ничто не мешает злоумышленнику инициировать такие же запросы самостоятельно и каким-то образом поменять порядок шагов, либо часть шагов упустить. И таким образом нарушить нашу бизнес-логику, да, как-то ее обойти. И что приводит нас, собственно, уже к высказанному утверждению, что никакие из важных решений безопасности на мобильном клиенте не могут выполняться, в том числе это касается и всякой авторизации, всякого контроля доступа. То есть если, например, у нас там приложение сначала получает доступ, ну, не знаю, там, то же самое редактирование фотографий. Если мы сначала получили доступ к фотографии, потом ее редактируем, получается, что у нас есть два вызова на сервер. Да? Сначала дайте фотку, а потом измените фотку. То вот тот факт, что нам мобильное приложение прислало вызов «измените фотку», совершенно не значит, что у него доступ к этой фотке есть. То есть получается, что это нас приводит к тому же правилу, которое, помните, мы когда обсуждали безопасность API-ев и частые уязвимости в них, мы там говорили, что мы должны определять правила контроля доступа для каждого типа вызова и для каждого объекта, ну, в смысле, каждого экземпляра объекта в отдельности. Здесь то же самое, то есть получается, что нам мы должны проверять, доступен ли данная функциональность и доступен ли объект, к которому мы обращаемся. При каждом вызове не полагаться на те решения, которые и на ту логику, которая была выполнена на мобильном клиенте. Как нам это проверить в нашем коде? Или товарищи на галерке, которому было очень интересно про Android. Если у нас есть приложение, как мы убедимся, что у нас нет проблем с аутентификацией или авторизацией? Как нам код написать безопасно? В общем, нам надо найти все вызовы сервера и убедиться, что API на сервере соответствует заявленным требованиям на предыдущих занятиях. Давай дальше. Про код тампинг мы с вами... А, нет, не поговорили. Это 7? Это 7. Ну, 7 не является непосредственно уязвимостью, является скорее риском для мобильных приложений. Называется он код quality, то есть качество кода. И утверждается, что разные плохие практики написания мобильного кода могут скрывать за собой уязвимости, либо, как сказать, либо просто запутывать разработчика и приводить к появлению уязвимости по причине непонимания кода. Соответственно,
предлагают просто соблюдать общие практики гигиены кода, использовать линтер, реагировать на всякие там ворнинги от статических анализаторов, в том числе в редакторе, который вы используете, и так далее. Ну, в общем, здесь ничего нового про безопасность сказать нельзя. Ну, как бы всегда хорошо следовать хорошим практикам и не следовать bad practices для каждой технологии. К чему вас призывает? Давай дальше. М8, который, да, код там. Может так случиться, что ваше приложение получает исполняемый код откуда-то извне. Самым таким частым и очевидным примером такого поведения является использование WebView. Вы знаете, WebView, знакомый нам? То есть это некоторый способ создать гибридное приложение, не писать нативный код, а открыть такой фрагмент браузера. Нет? Не нравится? Ну, по-русски скажи, не знаю. Я так по-русски скажу. Ну, в общем, мы наверняка не знаем, как будет себя вести страничка WebView. А, неопределённая. Вот, слава. Фух. Неопределённое поведение. Но, тем не менее, часто используется. Но есть еще какие-нибудь, вернее, не какие-нибудь, а есть еще экзотические случаи, когда, например, приложение класс-файлы выкачивает откуда-то там из интернета и их там загружает. Но это уже совсем извращение. А в принципе, самый частый способ получения кода в реал-тайме — это использование WebView. Соответственно, если мы допускаем каким-то образом, что WebView, ну, либо любым другим способом, код в приложении будет исполняться не тот, который мы задумывали, тогда получается, что у нас фактически удаленное исполнение кода. То есть у нас приложение делает не то, что мы хотели. У нас злоумышленник контролирует исполняемый код и может, ну, в зависимости от выданных этому коду пермишенов, может производить разные атаки на пользователя, начиная просто от какого-нибудь обмана, от социальной инженерии, да, показывать ему другие странички, заканчивая доступом к данным и выполнением каких-то своих команд. Соответственно, если мы загружаем код в нашем приложении сами, то мы должны убедиться, что этот код подменить нельзя. Как нам это сделать? Ну, если речь идет про WebView, то мы должны всегда HTTPS использовать, да, чтобы никто не мог какой-нибудь там JavaScript нам поменять в процессе передачи. Нам нужно убедиться, что если мы что-то сохраняем, ну, если мы сохраняем сами, например, там HTML-ки, JavaScript, и потом их выполняем, то их никто не может изменить, пока они хранятся, то есть они хранятся только в доступном нам месте. И что-то было еще. А, ну и нам нужно убедиться, что мы не получаем, что место, из которого мы получаем этот код, а то нами контролируется. То есть типичный такой пример уязвимости. Это у приложения есть какая-нибудь возможность самостоятельно скачать апдейт или конфиг откуда-нибудь сервера. И адрес, по которому приложение идет за апдейтом или за конфигом, он контролируется злоумышленником. Ну, то есть, например, где-нибудь там на SD-карточке у нас лежит текстовый файлик, в котором у нас написан адрес, по которому приложение ходит за своим апдейтом. То есть другое вредоносное приложение этому же устройству может пойти, переписать этот файлик, написать туда свой адрес, к которому приложение пойдет за апдейтом, приложение пойдет, скачает вредоносный код и его выполнит. Соответственно, когда мы говорим про риск, который Avasp назвал код тампоринг, да, то есть изменение кода, мы должны убедиться, что если мы сами занимаемся загрузкой исполняемых файлов,
то мы обеспечиваем безопасность этого исполняемого кода при хранении и передаче. То есть мы передаем его по защищенному соединению, мы его храним так, что никто не может его изменить. Ну и, соответственно, то, откуда мы его получаем, мы тоже каким-то образом удостоверяемся в подлинности сервера, прежде чем его скачать. А, понятно? Понятно. Давай дальше. Ну, про reverse engineering мы тут уже поговорили, вроде бы. Это вот то самое восстановление исполняемых файлов обратно до исходников. Не знаю, что здесь еще сказать. Ну, то есть в зависимости от природы вашего приложения, того, с какими проблемами вы сталкиваетесь, в какой ситуации вы находитесь, reverse engineering может для вас быть, может быть проблемой, а может и не быть. Соответственно, если вы все-таки решили, что вам нужно бороться с reverse engineering, а не максимально усложнять доступ к собственным исходникам, надо помнить, что есть надежные алгоритмы обфускации ненадежные. Соответственно, пользоваться теми, которые являются индустриальным стандартом на данный момент. И также помнить, что 100% надежного пуленепробиваемого способа обфускации не существует. Поэтому какие-то критично важные секреты, там, не знаю, ключи шифрования, пароли, суперсекретные алгоритмы все равно на клиента хранить нельзя. Почему не существует пуленепробиваемого способа обфускации? Потому что даже если исполняемые файлы не удалось восстановить до исходника, всегда можно потрестить приложение, да, последить уже за тем, как оно выполняется. И, снять отпечаток памяти, который оно использует, и таким образом восстановить то, что было в исходниках. И последний у нас остался, давай дальше. Последний из самых 10 распространенных уязвимостей в веб-приложениях связан с наличием всяких там бэкдоров и прочей незапланированной функциональности. Ну, понятно, что проблема злонамеренного сотрудника, который специально добавляет бэкдор в приложение, потому что ему заплатил конкурент. Это проблема информационной безопасности, но это не проблема application security, это не уязвимость, мы про нее не говорим. Мы сейчас говорим про какие-то возможности, которые были добавлены случайно и по забывчивости вставлены в приложение. Но, как правило, их добавляют на момент тестирования, для того, чтобы тестировать было легче, и оставляют. Это какие-нибудь доступы к серверу без аутентификации, возможность, я не знаю, там, какой-нибудь дебаг активности, которая выведет там все содержимое базы данных в консоли или что-нибудь такое. В общем, все, что было добавлено для дебага, должно быть отключено. Всякие функции, доступные только для тестирования, должны быть выключены. И код, который попадает в релизную сборку, должен быть проверен, да, на предмет таких вкраплений. Всегда есть возможность в любой технологии, в любой системе сборки всегда есть возможность в релизную, в дебажную сборку добавлять немножко отличающийся код, то есть в дебажную добавлять какие-то больше возможностей. По умолчанию в Android, если приложение собрано для дебага, то у него оно менее безопасно, то есть у дебаггера есть к нему доступ, можно получить доступ к приватным файлам, можно приконнектиться с дебаггером к процессу. Соответственно, отдавать пользователям предложения, собранные в дебаге, тоже нельзя. И это все попадает в категорию лишней функциональности бэкдоров, которые мы оставили. Соответственно, какие требования к разработчику, что нужно сделать, чтобы не допустить такой уязвимости у себя? Надо пользователю отдавать только предложения, собранные в релизе, надо убрать всю функциональность, которую мы добавляли туда для тестирования. Убедиться, что у нас не остались какие-нибудь захардкоженные пароли, отключенные проверки безопасности, передача данных по нешифрованному соединению, потому что на нем не устанавливается сертификат на сервере и так далее. Но, соответственно, перед тем, как приложение выходит в свет,
оно должно пройти ревью на предмет всяких там незапланированных, случайно оставленных тестов возможностей. Вот, это все, что касается 10 самых популярных, вернее, самых распространенных рисков для мобильных приложений. Понятно, что их больше. Я еще раз призываю вас пойти почитать, ну, если там в Android, то в документации по Android. А можно тебя попросить открыть слайд? А, это, наверное, очень сложно. Ну, сложно до слайда сейчас открыть? Что? Слайды открыть сейчас сложно? Ну да, видимо. Да ладно, бог с ним. В общем, там был где-то в самом начале слайд со ссылками, есть подробная инструкция по безопасности для разработчиков Android и такая же подробная инструкция по безопасности для разработчиков под iOS. Там перечислены все best practices, которые нужно соблюдать, и все архитектурные, где-то там в самом начале, второй, наверное, слайд или третий. Кликер держит микрофон. Вот. Пойти в пункт номер 3 или в пункт номер 4, прочитать там про модель безопасности платформы, про которую вы разрабатываете, то есть те механизмы безопасности, которые она вам предоставляет. Про best practices, которые нужно следовать, когда вы пишете код. И про всякие фичи дополнительные, связанные с безопасностью, которые у вас есть, типа там хардварного шифрования, защищенного хранилища для паролей и так далее. Вот все, что я хотела сказать про это. Какие-нибудь вопросы? Все тогда через неделю? Ну, в смысле, через понедельник. Какие задания? Будут такие же, как были, ну, в смысле, похожие на те, что были в 16, только другие, там, про вторую часть уязвимости, про которую мы говорили, про серверные. И будет, ну, будет половина, наверное, занятия, еще кусочек, потому что лекция остался недосказанной, про всякие сканеры уязвимости, автоматические тулы, которыми можно искать уязвимости в своих приложениях, и вот такое вот всякое. А на Android не будет, будет на сервер, то, что мы на прошлой лекции рассказывала, я про серверную часть, ну, любых приложений, то есть у мобильных приложений серверная часть точно такая же, про серверную уязвимость. Да там же подсказки есть, что ты переживаешь. У нас нет, все. Будут такие же задания, как были вот.